Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, дорогие друзья. Перед нами устройство OnePlus Nord 2T. Сейчас я покажу, как на этом устройстве выполнить первоначальную настройку. Итак, вначале выбираем язык системы, который хотим использовать. Нажимаем «Начать», «Соглашаюсь», «Соглашаюсь», «Пропустить». Затем вписываем пароль от сети Wi-Fi. Еще раз нажимаем на сеть Wi-Fi после того, как мы уже подключились, чтобы пройти далее. Выбираем пока что не копировать. Вводим электронный адрес почты Google. А затем и пароль. Нажимаем далее. Опять далее. Принимаю. Спускаемся вниз, нажимаем «Принять». Опять спускаемся вниз, выбираем поисковую систему, которую собираемся использовать, нажимаем «Далее», «Продолжить». Режим снятия блокировки. Так, я не буду настраивать экран блокировки, пока что нажимаю все равно «Пропустить». Нет, спасибо. Так, и теперь лаборатории разработчика. Я предлагаю вам согласиться, потому что это помогает очень многие проблемы решить потом в будущем, которые могут возникнуть с телефоном. Нажимаем «Далее», «Далее». Да, если что, здесь нужно было выбрать, каким образом вы хотите пользоваться телефоном: с кнопками навигации, либо же с жестами навигации. Я предпочитаю жесты. Нажимаем «Далее». Обновление ночью автоматически не включаем. Ну и нажимаем «Начать». Вот и все, настройка почти завершена, осталось только открыть шторку быстрого доступа и дождаться, пока здесь не появится вот это вот сообщение. Нажимаем на него, нажимаем «Начать завершение настройки», к мобильности не подключаемся пока. Если хотите копировать данные со старого телефона, то именно на этом этапе нажимаете «Далее». Я же нажимаю «Не копировать». Нет, спасибо. Мы, по сути, повторяем часть того, что делали тогда. Соглашаемся. И все. Теперь телефон полностью настроен. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.